Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Сегодня я, архиепископ Сергей Журавлев, предстоятель Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, молюсь о предстоящем соборе 19 августа. Преображенский собор, реформаторский такой обновленческий собор в городе Киеве будет проходить. И хочу прочесть из второго послания к Коринфянам, 3 главы, такие слова, 17-18 стихи. 2 Коринфянам 3, 17 и 18. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Тема собора – преображение Господне и преображение наше. Преображение Господне и преображение верующего человека. И преображение сообществ целых, обществ, стран, народов, континентов. Преображение человеческого рода, преображение нашей планеты, преображение Земли. Преображение. Мы взираем, люди верующие, на славу Господню, взираем на Господа нашего. Мы же, как все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Действительно, мы взираем, верующие, на славу Господню и преображаемся в тот же образ. Это одна из таких главных тем и собора, да и вообще послания. Скажу так, жизни христианской, веры христианской, веры Христовой. Потому что действительно Господь есть Дух, и Он дарует нам свободу. И Он подарил нам великую благодать Свою, великую свободу. И благодарение Богу за все. И вот в этих размышлениях, как раз в преддверии собора, остается не так много времени уже. Сейчас завершается июнь месяц, впереди у нас июль, и вот 19 августа сам собор. А перед собором, получается, вот эти служения в Киеве наши, я посвящаю как вот предсоборные такие совещания, то есть на всех этих литургиях наших служениях будет так или иначе звучать тема подготовки к собору, предсоборного совещания такого. Вот, и жду ваших тоже свидетельств, слова, какое вы имеете от Господа. Пишите мне, пожалуйста, особенно обращаюсь к нашим священнослужителям. И также благодарю Бога за служение такой реформации, обновления, потому что преображение, по сути, это реформация. Преображение это, как вот прекрасно здесь сказано, мы взираем на славу Господню, не на что-то другое, нет. Потому что на что человек взирает, он, ну, так или иначе, он, это его манит, так или иначе, даже если он этому, этим внушается, но поэтому непотребные вещи, на которые даже верующий взирает, может быть, даже с пренебрежением, это его как-то все равно затягивает. Нет, мы взираем на славу Господню, на славу Божью. И взираем, и Бога за все благодарим. И преображаемся в тот же образ святой. Благословляю всех вас, братики и сестрички, дочечки и сыночки нашего любимого Папочки Небесного, сущего на небесах, Бога Святого. Шалом, мир всем вам.